начнем с вами нашу чудесную практику. Большая звездочка. Готовы? Хорошо. Садимся так, чтобы нам было удобно. Ставим ноги на пол, чтобы стопы касались пола. Закрываем наши чудесные глаза. И делаем медленный, глубокий вдох через нос. И спокойный выдох через рот, выдыхая все напряжение, освобождая свои мысли от всего, что крутится в голове. Снова вдох через нос. Выдыхаем все напряжение. И снова медленный, спокойный, глубокий вдох через нос. Чувствуем, как воздух входит в наши ноздри и наполняет наши легкие. И на выдохе через рот выдыхаем все напряжение. Чувствуем, как наше тело расслабляется. И мы снова делаем вдох. И на выдохе опускаем наше внимание из головы в сердечный центр. Продолжаем дышать, вдох носом, выдох ртом. И ощутите, как вы находитесь в сердечном центре. Задайте себе вопрос: кто я? Что я сейчас делаю? Где я? И продолжая делать медленные, глубокие вдохи и выдохи, услышьте ответы, которые приходят вам сейчас. И услышав ответы, просмотрите свое тело от кончиков пальцев ног до макушки головы. Прочувствуйте свое тело, какое оно. Как вы себя чувствуете? И задайте себе вопрос: что я сейчас чувствую? И получив ответ, ощутите, как вы стоите босыми ногами на сырой матушке земле и встречаете самый красивый, самый прекрасный рассвет вашей жизни. Это может быть берег океана, набережное моря, возможно, это река. Возможно, это далеко-далеко в горах. Вспомните этот самый красивый рассвет. Их может быть несколько, но сейчас вы вспомните только тот, который для вас наиболее яркий. И сейчас, смотря на солнышко, и ощущая, как его лучики скользят по вашему телу, вы проговариваете: я обращаюсь ко всей Вселенной, и на каждом моем вдохе спереди я принимаю на свое физическое тело свет, удачу. Проговаривая каждое слово, каждую энергию, чувствуйте, насколько вы ее готовы принять в своем физическом теле, в своем физическом пространстве. Успех, благополучие, радость,
развитие, изобилие, материальный достаток, хороший вкус, целеустремленность, понимание, чего я хочу и как к этому прийти, новые интересные идеи и люди, быстрое решение моих вопросов самым наилучшим образом для меня и всего окружающего пространства. Искренность и доверие миру. И делаем несколько глубоких вдохов и выдохов через нос, вдыхая все эти энергии в свое физическое тело. А на выдохе взамен выдыхаем из своего сердца божественный свет любви своего сердца и свое благодарю Вселенной за все, что я имею сейчас. Делаем вдохи медленными, осознанными, вдыхая каждую энергию. И прочувствуйте все, что вы сейчас просите, как оно встраивается в ваше физическое тело, как вся эта палитра красок заполняет ваше физическое тело, рисуя новую картину вашей реальности. А на выдохе выдыхаете все ненужное, все, что вам уже не принадлежит, а из сердца посылаете божественный свет любви своего сердца и свое благодарю Вселенной. И наблюдайте, как вокруг вас выстраивается защитная световая оболочка, как начинает вокруг вас организовываться, образовываться сфера. На каждом моем вдохе справа я принимаю на свое физическое тело гармонию, мудрость, яснознание, яснопонимание, яснослышание, ясночувствование. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благо дарю. И делаем несколько глубоких, осознанных вдохов справа. Вдыхаем все те энергии, которые попросили у Вселенной в свое физическое тело, в свое физическое пространство. А на выдохе из сердца посылаем взамен божественный свет любви своего чудесного, божественного сердца и свое благодарю Вселенной. И представьте, как рядом с вами справа становится ваша мама. Рядом с ней становится ваш папа. И все эти энергии, которые идут от Вселенной, проходя сквозь ваших родителей, усиливаются их любовью. И даже если нам кажется, что нас не любят наши родители, это только наша иллюзия. Наши родители нас любят просто так. И вся энергия, которая идет из Вселенной, усиливается их любовью и входит в ваше тело. Почувствуйте, как на каждом вдохе в ваше тело входят новые энергии и заполняют каждую клеточку, каждый атом вашего пространства, вашего физического тела. А взамен вы посылаете божественный свет любви из своего сердца, в сердце своей мамы, своего папы и дальше во Вселенную. И наблюдайте, как вокруг вас усиливается оболочка из света, как ваша сфера с каждым вдохом и выдохом растет, усиливается. И почувствуйте каждую энергию, которую вы только что попросили у Вселенной
как вы ее принимаете? Все ли вы принимаете? Или есть какое-то сопротивление по отношению к этим энергиям? На каждом моем вдохе сзади я принимаю бесстрашие, смелость, уверенность в себе, отвагу, убедительность, везучесть, честность, правдивость, целостность, справедливость, аккуратность, чувство защищенности и опоры, способность различать истину от лжи, осознание себя вольным, свободным человеком. И на каждом выдохе через сердце, посылая свет любви божественного сердца и свое благодарю Вселенной за все, что имею сейчас. И делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдыхаем все эти энергии сзади и встраиваем их в свое физическое тело. Заполняем каждый атом этими энергиями. А на выдохе взамен посылаем как можно больше энергии, света и божественной любви, исходящего из вашего сердечка. Божественной, безусловной любви, которая есть в каждом сердце. Наше сердце изначально настроено на вибрацию безусловной любви Творца. И сейчас представьте, как за вашим левым плечом выстраивается род мамы. За вашим правым плечом выстраивается род папы. И все эти энергии, которые сейчас вы попросили у Вселенной и вдыхаете на каждом вдохе и выдохе, усиливаются и поддерживаются вашим родом. Почувствуйте, насколько эта энергия стала мощнее, насколько она стала ярче, сильнее. Почувствуйте ту мощь, которая сейчас входит в вас сзади, заполняя каждую-каждую клеточку, каждый атом вашего тела. А на выдохе взамен посылаете любовь из своего сердечного пространства каждому члену своей родовой системы. И увидите, как сзади вас загораются огонечки. Это ваша родовая система сзади. Это ваши крылья, которые вас поддерживают по жизни. Вдох, выдох. Почувствуйте, как вокруг вас образовывается защитная сфера из божественного света и божественной безусловной любви. Это две самые высокие энергии, которые позволяют быть в защищенности от всех негативных энергий. Они просто в ней растворяются, трансформируются, обнуляются. На каждом моем вдохе слева я принимаю любовь к себе, радость, счастье, веру, веру в себя, надежду, преданность, нежность, доброту, хороший вкус, целеустремленность, теплоту, заботу, милосердие, умение чувствовать и выражать свои чувства, понимание, чего я хочу и как к этому прийти самым наилучшим способом для меня и для окружающего пространства. Принятие людей такими, какие они есть. Принятие себя таким, такой, какая я есть. И на каждом выдохе через сердце
посылаю свет божественной любви своего сердца и свое благодарю Вселенной за все, что имею. И делаем несколько глубоких осознанных выдохов слева. Вдыхаем все эти энергии в свое физическое пространство, в свое физическое тело. Чувствуйте, как все эти энергии, вдыхая, распределяются по вашему телу, заполняя каждый атом, насыщая его новыми, чудесными, высоковибрационными энергиями. А на выдохе взамен посылаем божественный свет любви своего сердца и благодарность Вселенной. И сейчас представьте, как вокруг вас образовывается защитная сфера из света, из божественного света любви вашего сердца, из божественной любви, безусловной любви, которая вокруг вас. И сейчас увидите, как возле вас выстраиваются ваши потомки, дети, внуки. У кого нет деток, значит, будущие потомки, ведь родовая система, она очень-очень огромна. И ваши потомки, благодаря вам, будут иметь доступ к этим высоким вибрациям, и им будет намного легче продвигаться дальше. Поэтому чудесному, прекрасному пути, который проходит сейчас планета Земля и все жители планеты Земля. На каждом моем вдохе сверху я принимаю божественную энергию любви, божественные знания, божественное творчество, помощь Бога Творца Вселенной, помощь и поддержку Бога Творца. На каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю тому, кто нас создал. И можно поднять ручки вверх и почувствовать, как сквозь ваши пальчики входит эта энергия, сквозь вашу макушку вливается мощным, плавным, тихим потоком эта энергия и заполняет каждую клеточку вашего тела, проходя сквозь вас, наполняя вас до кончиков пальцев ног, заполняя все-все пространство вашего физического тела, каждую клеточку, каждый атом, каждую молекулу, каждый квант наполняет эта энергия божественной любви Творца. Почувствуйте, как вокруг вас усиливается сфера, защищающая вас из божественного света и родовой энергии. Вдох, выдох. На каждом вдохе снизу я принимаю могучую энергию Земли, могучее здоровье, смекалку, невероятную помощь рода, поддержку предков. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца и свое благодарю Вселенной за все, что имею сейчас. И представьте, как сквозь ваши стопы входят эти энергии, энергия Матушки Земли, и наполняет все-все ваше тело, от кончиков пальцев ног до макушки головы. Наполняет каждый-каждый атом, каждый квант. И на выдохе вы выдыхаете божественный свет любви вашего сердца. И свое благодарю. И увидите, как вокруг вас образовывается огромная сфера из света и божественной, безусловной любви. Вдох, выдох. Делаем вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Вдыхаем все те энергии, которые мы просим у Вселенной, и выдыхаем взамен во все стороны
божественный свет любви своего сердца и благодарность Вселенной. И почувствуйте, как внутри вас загорается ваша внутренняя звездочка. От каждого вдоха и выдоха она становится ярче. Это та искра, которая живет в каждом живом человеке, в живом мужчине, женщине. Вдыхая и выдыхая, вы получаете прямую связь с Творцом. Почувствуйте, как вы связаны тонкой-тонкой нитью с тем, кто вас создал. Вы частичка Творца, частичка Вселенной. Вдох, выдох. И сейчас, продолжая дышать, проговариваем. Я есть свет и любовь. Вдох со всех сторон и выдох во все стороны. Я наполняюсь радостью и удачей. В моей жизни все в норме и вовремя. Я люблю жизнь, жизнь любит меня. Вселенная ко мне благосклонна. Я люблю людей, люди отвечают мне тем же. Я живу в потоке живого времени. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. И почувствуйте, как вся энергия, которую вы только что проговорили, окутывает вас, встраиваясь в ваше физическое тело, а вокруг вас выстраивается огромная-огромная сфера из божественной любви и божественного света Творца. Почувствуйте себя полностью защищенными, потому что вокруг вас выстраивается ваша родовая система, которая вас поддерживает, любит вас. И все, что вам нужно, это принять ее и благодарить. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. И снова нырните внутрь себя. Увидьте себя в сердечном пространстве. Кто я? Что я сейчас делаю? Что я сейчас чувствую? Зафиксируйте это для себя. И оставьте в своей памяти это состояние. И сейчас мы с вами возвращаемся туда, откуда начали нашу практику. Там, где вы встречали самый красивый рассвет вашей жизни. Вот вы стоите там, видите лучики солнца. Почувствуйте, насколько ваше состояние изменилось. Почувствуйте, как каждая ваша клеточка наполнилась теми энергиями, которые вы просили у Вселенной. Почувствуйте поддержку рода, энергию Матушки Земли, энергию Творца. Она вся в нас. Делаем глубокий вдох, выдох. И открываем наши чудесные глазки. На этом наша чудесная практика закончилась. Если есть какие-то вопросы или желание поделиться, можно нажать микрофончик и рассказать. Буду каждому благодарна за обратную связь, хоть сейчас, хоть под видео, хоть в чате. Также приглашаю вас в следующий вторник на звездочку. На большую
звездочку рода. Добрый день, Саночка. Такой поток, что нет сил говорить. Хочется только дарить друг другу свет, который получила, радость и всю ту энергию, делиться с теми, кто рядом. Нет слов. Все, благодарю. Благодарю, Татьяна, за обратную связь. Очень приятно, когда дают обратную связь. Ты понимаешь, что мы с вами на одной волне. Все такие звездочки здесь сияем, хоть мы и в разных частях нашей планеты, и это классно, потому что мы соединяемся между собой, и каждый усиливает друг друга в 10, в 11 раз. Прощаюсь с вами и до следующей встречи. Присоединяйтесь во вторник.